Ой, вы знаете, я в этих вот католических интригах вообще ничего не понимаю. Но я думаю так, что дедулю не ушел, а дедулю ушли. Ну, не там взбрыкнул, не то сказал. Ну, что так бывает у них за границей. Это у нас демократия, это у нас свобода слова. А у них не так дед руку поднял, все, go home, найдем другого. Как говорят у нас в России, незаменимых людей у нас нет, даже у них в католической церкви. Ну, а я там думаю, найдут что-нибудь замену такую хорошенькую.